На ютубе как это будет выглядеть? Интересно. Это надо просто на мой канал зайти. А сейчас я дам ссылку на мой Тоже канал. локалаш, да? А, не, вот не знаю. Сейчас мой канал. Опущу Нет, его. я его никак не назвал. Вот. Просто я только хочу с мобильного устройства зайти посмотреть. Веду на всякий случай Да, стрим-тест есть. локалар. Назвал. Блин, как на тебя выйти, интересно? Ой. Во, открыл. Так, у меня у самого что-то еще не идет. Ну ладно, поставлю no fail, чтобы если я зафейлил, хотя бы дальше показать. Миш зашел? Куда? Ну, по ссылке на канал на YouTube. Качество какое-то отстой. Накручу. Качество Часовой отстой? какой-то треп. 1980, 60 Сейчас FPS. так накручу, накручу. Алекс Акимов. Римпест. В эфире. Ага. У меня дальше не прогружается просто. А снизить качество можешь? Сейчас, подожди. Ну у меня вообще ставит. А, вот все нормально. Пошло. Не, блин, ну не обижайся, вчера просто он нереально фигачил. Вот песня там такая была, ну, как бы... Он просто был пиздец. Я сидела, ему сидел просто в шоке. Притом, ему там на стриме говорят, вот, типа, ты убей время, зайди в боссу. А он, типа, такой, ну, зайду, я, типа, в нее не играл. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, я знаю, какую песню, ну-ка. Вот это. Может это пожестче будет. Ой.
Да что за дрони, сколько надо? Ну так квакает, когда не попадаешь в битве. Миша, ты это смотришь? Да. Я тоже. О, я знаю песню, я знаю песню. Все. Я точно знаю песню, которая должна повергнуть в шок. Во, вот это. Во! Как я сразу про нее не вспомнил? То есть тебе нас не жалко, да? Тут задержка секунд 20. В идеале же надо на одном комбо проехать все песни. Да. Это наркомания. Блин. Двадцать две секунды. Такая жуткая задержка. Не знаю, Саша жарит клёво довольно. Да, классно. Дальше веселее. Я бы уже стол перевернул, запутался. Да-да-да-да-да. Я просто, я в осу не могу долго играть, я не выдерживаю, просто хочется моник разбить. Повышает вайп-устойчивость.
скажу. Вчера, короче, ржали с мужем, он такой говорит, типа, тебе надо стримить ХС. Я говорю, в каком плане? Он говорит, тебе везет жутко, ты как наркоман в ХС. Ну, то есть, у меня был вчера... я юзаю аркан стрелы, Миш, ну ты понял, мага. И тупо стоит у паладина 3 рекрута. Ну ты понял. И у меня стрелы попадают в просто постоянно. Миш? У него эпилепсия. Походу. Миша, соберись. Соберись. Я знаю, как лечить людей с эпилепсией. Чувак, соберись. Соберись, чувак. Ну язык-то не глотай, что ты делаешь? Почему у меня такой наркоманский голос? Просто наркоманский голос. Я как говорю, как будто какой-то укурыш, который, я не знаю, лет 10, наверное, колется. Итак, это была разминочка. Это была разминочка. Теперь вторая часть. Окей. Даже фон меняется. Ой, жесть. Оси просто проводишь по точкам, надо еще нажимать мышкой. Не, маленькие точки не. Просто зажать слайдер и провести. Это маленькие точечки, а если кружочков много большие, то на каждый нажать. Я не могу это смотреть. Мои глаза... Просто уже бывает. Раньше слагали какие-то сложные такие два точки. Похоже, так как кряк. Блин, Саш, клёво, конечно. Оп, блядь. Эпилептику не стоит смотреть точно. Серьезно. Так, тут в игре есть предупреждение для эпилептиков. Бля, коврик заканчивается! Коврик заканчивается! Поэтому покупай такой, как у меня. У меня самый большой, больше нет ковриков. Полметра. Смотри, куда? Есть больше. Есть длиной полтора. Не, у меня шириной. По высоте он заканчивается. Так.
сдвинул. Алина, еще смотришь? Угу. Говоришь, тебе хочется монитор разбить? Когда ты долго играешь? Да, я когда долго играю, мне хочется. Вот я разбить. Долго играю эту песню, да? Короче, ну, готовься. Я буду просто мучить. Не, пожалуйста. Не, готовься. Чего разбитого монитора? Чего, я тебя прошу, мне надо отчета в рамки. Нет. Вот смотри, я уже почти дошел до конца. Видишь, в правом верхнем углу вот этот ползунок прогресса. Слушай, как будто я не играла в нее. Вот. Прикинь, сколько я сейчас проходил эту песню, и сейчас на третьем участке я фейлю. Блять. Просто я удаляю игру, до сих пор не дохожу. Сейчас я зафейлю, эпично. Тут третья часть еще жестче, я не могу ее пройти. Лол, Миша, Афины сейчас... Все, я зафейлил. 17:45 по 23:00. Блять, это пиздец. Что и это у за них херня? Ну, блять. Господи, боже мой. Второй раз зафейлил. Ну, дальше нет смысла, я уже профейлился. Это ужас. Ладно, я пока оф на стрим, это у меня все накладывается. Короче, это, на глаз Кэна не следи за таймером, под таймер заходим. Я не знаю, буду я вечером с ним. А чё там с Афинами? Они, у них 7 мифика, так? И РТ у них 17:45-21:00. И РТ у них... Как бы, ну, а чё я не могу сказать? Так чё, у кого пожёстче песенки-то? У меня или у Лидана? Ну, понимаешь, у него как бы песенки были чисто какую-то выбрал жёсткую, пока доту... Типа как, он же играет доту, сверху открыл, побегал. Ну да. Он просто чисто так играл. Я смотрела именно стримеров пару, но там вообще жопа тоже. Тоже как у тебя. Ну, ты неплохо. Да, ты неплохо. Долго играешь. 2 года. Понятно. Да, все понятно. Не, просто они сейчас набирают людей, и меня просто РТ смутило. Типа у них 7 мифика, а РТ, ну как бы, сколько это по времени? 3 часа. Ну. Не так уж и много. Я бы шутил, что я... Гарфинда убили, и у них еще 7 мификов. Как так? Ну, блин. Фактап. 7, говорят, ой, там это остальное не босс, а лут. Так все просто. Так, давай. Да, блин. Где мой офис? Ой-ой-ой-ой! Что такое? Чуть не вылетел. Горько, что ли? Хорош. Никак не могу рейд на архимод найти нормально. Совсем? Совсем, Алина, совсем. Рано еще, потому что...
Как рано? В пятницу. Ну, обычные люди на работе, типа, нормально. А дальневосточные? А, ну, дальневосточные. Ну, дальневосточных не так много. Alright, great job! Alright, I'm Matthew McConaughey. Alright! Screw you guys, I'm going home. Не, это не оттуда. Это PewDiePie. Alright. Какая-то реклама была с Мэтью МакКонахи, помню, с машиной. У нас, правда, была. Да, я Мэтью МакКонахи. Да блин, вообще трэш. Корик порвался, ага. Не, у меня есть беспокойство, что у меня кнопки на мышке скоро сдохнут. А, да. Что за мышка? Зови FK1. Ну, блин, я не знаю. У меня уже лочесть мой долго живет, очень. Но опять-таки я же ее постоянно чищу и прочее, разбираю. Не, ну ты просто прикинь, как я клацаю по ней, да? Восу, Атосу. Когда дорожки там раскликиваешь. Луку дару кун. Ой, генератор. Мелистиан. Что такое? Что такое? Я прошел до места! Ура! Не паникуй теперь. Я вылетел! Я ни разу не мог пройти это место, я его сейчас прошел. Случайно, видимо. Инстакарма, короче, потом. На самом деле, что к девочкам можно говорить кунам, к мальчикам можно говорить чан. На самом деле. Ну, кун же друг, я думаю, девочки друг. Нет, кун это не друг. I don't get it. Я думал, чан типа девушка, кун это такой, типа, ну, товарищ. Вообще, обычно да. Но на деле чан применяют к парням тоже, и я так понимаю, что это просто ласкательное обращение. А кун... кун... Это просто... просто... Это просто. Нет. Это сложно. По стандарту к девушке обращаются чан, потому что ласкательно. А к парню по стандарту обращаются кун, как к вежливая форма, но не настолько вежливая, как сан. А если без кун употребить, то это слишком близкая форма обращения. Короче, пошла отсюда. Пойду выйду. Как так? Ну ладно. User has left your channel. Что? Не знаю. Юбанк. А вот красные октябрь нужны стабильные опытные рейдеры. Вот я как раз стрельнул в красный октябрь. Чемберлен тоже туда заявку подал. И Ваня. Сипанк. Ля Лока, Роги и Монка. Ого. Какие приоритетные ребята. Логинчик ушел свой серый совет. Да. Или будет там на килоге. Будет по два мифика совет в день закрывать. Да, не спорю. А мы по пять. По пять. Да боже, что за жесть? Костю сама. А сама это что-то прям пипец вежливая официальная, да? Подожди. Да как? Да так! А сама... ну, это то же самое, что сан. Окей. Mm-hmm.
Алина сэмпай. Шо? Но не смей. Вот сэмпай это товарищ. Да ладно. Да, сэмпай это товарищ. Ну, боевой в смысле. Серьезно? Я думал, это учитель. Не, ну, раньше это был боевой, сейчас просто перекочевал. Ну, изменился смысл, просто товарищ. Да. Как же Накама. Учитель это сенсей. Сенсей, сэмпай. Хорошо, ладно, верю. А Накама тогда? А Накама, я не знаю, что такое. Я слышал, но не помню, что это. Из One Piece. Кусок. Тэп. Монки Ди Луффи. Ты в игре? О, да, правда, Лина в игре. Да. Тут мне еще предложили за 250 голды продать эту. Это ты так практику пишешь, да? Да. Я просто захожу, спамлю, а в это время печатаю практику. Что ты спамишь? Ну, три раза сообщение заспамила, продам. Свернулась и дальше. Идти мне предлагать. Это я не писала. Ты говоришь, чувак, чувак, я отсосую тебя за это что-то. Как Вайткорд тогда. Как бы, ну, говорит, куплю за 250 голды. Я говорю, ты что, наркоман? Он такой, ну квест типа рано или поздно прокнет. Я говорю, знаешь, рандом такой рандом. Блин, удачи. Good luck, my friend. Я бы сказал, ну жди, пока прокнет. Ну я так и написала. Он такой говорит, я вот продал типа 2 недели назад за 2к, сейчас пытаюсь понайти. Чем дольше будешь продавать, тем дешевле будет стоить. Говорю, лол. Ну, а этот квест прокает с выхода 6.2. И что-то я бы не сказала, что он очень часто прокает. Я же говорю, 7 персов и на всех раскачан гарнизон. А мне линкани, пожалуйста. Что? Вот эту хрень. Тринка на универсальность. Фамилия. Щупальца бездны. Щупальца бездны. Сейчас. А фамильная? Да. Вот. Ого. А так и... это хрень так намажет просто. Да. Хочешь, я тебе ее могу просто отдать? Не. Че? А у тебя есть вот такая? Да, а я ее сейчас не продам, и тебе ее сильно. Что я буду стоять ее продавать 30 лет в обед просто в пэр. Я тебе косарь символически могу дать за нее. О боже мой. Серёг, у меня больше нет денег. Я шучу, у меня есть деньги. Да скинешь же жратвы какой-нибудь мне там, или что-то, у тебя какая профа, химик? Да. Ну вот сделаешь мне там пару классов. Две? Окей. Мой брат всегда считал, что несколько это 7. А пару это 2, да? Пару, ну пара ты есть, 2 пары. Ну, когда там говорят там пару штук, я считаю, что это не просто 2. Ну, допустим. Ты не подумай ничего, можешь 2 пары кинуть. Да я ее продать. Подожди, а когда встречается пара, их тоже больше, чем 2? Не, понимаешь, когда говорят там, дай мне там пару яблок. Это подразумевает не просто дай там ровно 2 яблока, а там сколько там, ну чё. Да. Ты когда просишь в магазине, там сколько тебе там взвесить, да? Взвесить там пару сосисок. Ты, ну... ты что, 2 сосиски тебе взвесить? Ну, да. Я не прошу взвесить мне сосисок, я беру уже упакованные. А, не, это часто слышу, но в общем-то это говорю. Мой брат заходит такой, ну дайте мне несколько яблок, а там, ну, может, 4, нет, 7, пожалуйста. Так сказали бы 7, ты купишь, я сказал несколько. Яблок. Мне тут вообще пишут, что им подаришь. Подари, пожалуйста, ты говоришь, нет. Я продать хочу. Мне есть кому зарыть, но я хочу продать. Чтобы у меня были. А когда там проклят москвит вести? Нет. Алина, ответ. Где ты в жопу? О, 64% успешно. Слушай, а может Тёме скинуть? Какой-то квест проклял 90 левел, и там награда серый камень разгрёбленный. А, да-да-да. Подожди.
Современные антропологи надеялись, что Дренор откроет нам происхождение камнедера. Они были разочарованы. А ты указываешь сцену в своем, ну, спаме? Я пишу цену в ПМ, кину. То есть мне напишут, да, ты напиши сразу, типа, 5к. О боже, нормальная песня была, потом в конце решили вставить дорожку бешеную. Чисто такая восьмерочка на весь экран. Восьмерка, типа, по-китайски. Это что значит? Ну, эффекты Доплера, кстати, тоже 7 месяцев. А вот Доллмастер пишет, везде темы посоздавал. Господин до сих пор танчит. Наверное. У него медведь есть. А, нет, он не танчит. Он просто создал тему медведя. Но медведь до сих пор 589-й. Как был одет, так и остался. Доллмастер. Та-там-та-там. А кем он рейдит? Там-там-там-там. Да я хер знаю. Кто это вообще такой? Ну, Доллмастер это ГМ Гелли Доплер. Ну, он не ебач. Он ебач вообще, он нормальный там. Мысли, ну, с 12 КДПС, который? Нет. Подожди, Арина, он ебучий хорошо, ебачит плохо. А, ну, значит, ебучий. Mm-hmm. Типа, мы ищем контакта в уроку. Блять, не скушай весь. Вот подожди, он РТ-1945 0-0-0-0 ЕПГП плюс контр. 5 вылетел, что ли? Просто труба. Я никогда не стану лучше в этой игре. Станешь? А если вы играете за другой класс, то все равно вы все писаться на себя рады хорошим игрокам. Мы не инвайтим на замену, если вы играете лучше, то вы в рейде. Также с лутом у нас нет КД без лута и прочего, однако мы практикуем ротацию, так как с пониманием относимся к семейным делам, о работе и пятничным пьянкам, а также созданию наиболее оптимального состава под каждого босса. Также рассмотрим вливание или объединение с 10-25 типов гильдами для ускорения прогресса. Да-да-да. Окей. Да. Орда, океан Сансары. Там рядом с ними, короче, висит Афины 7 мификов, океан Сансары 7 хм. Ну, пытались вот стиснуть, типа, подумать, ну, да. О, точно миф. А, нет, 7 хм. Хакин-куакин. Хакин, это был Хакин-куякин, вот точно. Артём. Ай-яй-яй. Не, он жуткий просто хант, вот реально жуткий хант. Вот, он играет на уровне вот, группа. Они говорят, одинаково играют. В логи все настолько ебучие. Я не знаю, почему он не хочет играть, но реально ебучий хант. Почему он не хочет играть? Потому что он любит тебя. Тут еще тему апают ребята. Да почему, ну, господи, наоборот, пусть он играет. Хантом. У меня будет возможность играть кем-то еще. Потому что два ханта с ним я не выдерживаю. Ты еще хочешь, что ли? Нет, просто я не могу. Знаешь, когда он просто вот... Он же зараза еще начинает запотевать. Обязательно меня уделает. Просто, обязательно. У него в обязательном порядке, это надо меня передомашить. Клёво. Конкуренция это хорошо? Да. Ну я не могу. Если бы ты тоже с ним соревновалась, то вы бы знаете, какой хороший дамаг выдавали бы. В осаде Ардемара я с ним рейдила. Я монком была в этом статике, он хантом. Мы просто так рвали пуканы друг перед другом. Я накручивала где только можно и где нельзя, реально. Ну это хорошо. Просто там горели жутко. Адейлятского пламени героического режима. Ситуация, и после каждого пула, ада за лалка, вот ты лак, фу-фу-фу. Да, еще при этом я могла подойти и дать полгу. У нас была ситуация с ним, когда мы на ша пошли, ну это тогда еще был героик. Пошли, короче, с ним на ша,
А там же Шрел такой, типа, говорит, вот, типа, там надо много демиджа, типа, туннельте босса туда-сюда, а я взяла у нее, и он взял у нее. Ну, понял, накручивать на мелких шансов. Это как, помнишь, это, как Янур накручивал там шквалом. Все, типа, брали Глеб, и он накручивал шквалом. Помнишь? Ну, что-то такое помню. Вот, то же самое, и Вика мой начал шквалом накручивать. Я что, я поменяла талант, взяла эту крутилку, которую раз крутнулся, и она дамажит. Типа, в этот момент босс офигачивал. Мне там пришлось бьют, короче, дрочить на Монка, чтобы очень много энергии было, чтобы я могла и АВЕ накручивать. На некоторых боссах, и чтобы вообще, типа, так, в этот момент туннель. Ну, то есть, ты крутнулся, ну, помнишь, это 4-секундное КД было на журавля? Вихрь тут, короче, становится. Ну, Лука знает. И в этот момент... Чё? На что КД? Ну, блядь, я не помню, как этот талант называется. Чё делает? Монка. Ну, вместо журавля у тебя становится вихрь. Типа, ты его нажал, он у тебя в этот момент... крутится, дамажит хилы. А, все знаю, да. Вот, и я этот на ДД брала, чтобы на голокрасе накрутить. То есть у меня было много хосты, у меня энергия резалась очень быстро. Ага. Мобы выбегают, я как бы юзаю вихрь, и в этот момент туннеля определенного моба, которого говорит РЛ там в фокусе.